Одним из простых приборов, демонстрирующих изменение размера физического тела при нагреве и охлаждении, является аппарат Гравицен, состоящий из подвешенного стального шара, стального кольца, укрепленного на штативе. Этот прибор, предназначенный для демонстрации явлений силового расширения, построен в 1727 году французский физик и математик Эльгин Гравицен. При приведении аппарата в действие необходимо установить под кольцом горелку и, включив ее, произвести нагрев кольца. Несмотря на то, что в первый взгляд может показаться, что в результате нагрева отверстие кольца уменьшится, в результате расширения материала кольца, на самом деле диаметр кольца увеличится. И если после нагрева кольца опустить шар, кольцо он начнет проходить через отверстие, которое ранее застревалось. Также иногда используется инверсная конструкция аппарата Гравицен, в которой шар сделан немного меньше отверстия в кольце, но после нагрева в горелке он перестает вставать в кольцо. Будучи одним из ранних физических приборов, аппарат Гравицен до сих пор иногда используется в лабораторной практике демонстрации опытов термодинамики.